Замечательно готовит мясо, прекрасно. Делает он это редко, по большим праздникам. А еще он делает утку сумасшедшую. Я не умею делать, а муж умеет. И поэтому, когда он что-то готовит, это у нас праздник. Но я, к сожалению, стал умеренным вегетарианцем, отказавшись от мяса и птицы. Вот, поэтому, ну, морепродукты попали по санкции, ну, те, которые вот, хотя дальневосточные, мы были на Сахалине в этом году. Ой. Я всем рекомендую, открывайте для себя восточное направление туризма. Это фантастическая красота, это наша родина. Это замечательная Курильская гряда, острова. Мы сами ездили на рыбалку, я поймала 8 рыб, на мясо ловили. Представляете, по 2 рыбины, вот такие огромные ты вытаскиваешь, ловили морских ежей. И это все ели, да, потом. Что их ловить? Они, живое. Они вот, и гребешки, и крабы. Фантастика. А, нет, там готовили мы не сами. Там практически не нужно, но это же все свежее, как всего сырым. Ну, чуть-чуть васаби, конечно. Так, для дезинфекции. И еще саке немножечко, чтобы точно... Или русской водки, просто не надо этих японских заморочек. Ну, чтобы точно не отравиться. Вы знаете, я уезжаю на работу. В последнее время я встаю раньше, провожу Александру, я делаю завтраки ей. Вот, а это Катя практически дочь. Не завтракает. Я не успеваю. Вот. Так что видите, как удобно. Никому в постель не надо ничего, потому что расходятся графики. А вот вечером в постель нельзя. Уже нельзя. Поэтому только любовь. Любовь. А какое-нибудь есть у вас семейное блюдо, которое вы очень любите совместно готовить? Ой, ну это, ну мы, представляете, сколько лет мы живем вместе, мы много чего уже готовили в этой жизни, и кстати говоря, и самостоятельно, и по книжкам, и под присмотром лучших шеф-поваров. Ну, могу вам точно сказать, какое было первое семейное блюдо. Нам на свадьбу подарили поваренную книгу, и мы каждый день, можете себе представить, разные мы пекли, нет, один и тот же торт, это был сметанник ореховый, да. Из 7 коржей. И нам такое удовольствие доставлял. Потом но мы стали поправляться. Нет, ну тогда мы еще не начали поправляться, метаболизм был сумасшедший, потому что, ну что, мы были молодожены. Вы понимаете, нам было по 18 лет. Мы могли торты есть с утра и до вечера. Я сказала, что если я буду так я вкусно сказал, готовить, лет 12 то ты со мной разведешься. Помнишь, как да, ты мне сказал? Да, это было после 30 уже. Вот так. Счастливо. Спасибо вам большое.